Привет, привет, мои дорогие. Тут у меня хлебушек, я его разогрел, он из холодильника. Хотела сварить рыбный суп. Посмотрела, у меня есть гороховый. Ну вот прям на раз. И думаю, ну что? Ну не выкидывать же, не пропадать же добру. Сегодня я уже супа точно не захочу. Ну, может, и сварю на завтра, а может, и пожую сегодня. Не знаю, посмотрим. Блин, что-то яиц нету. Все, все мои задумки, все. Ну, заказывать не буду, потому что я забыла, что у меня нет яиц. И заказала корм, молоко и минералку. Ну, а про яйца-то я и не вспомнила. Давайте вот так. Да, Наташа, Наташа. И тогда у нас чиполинка. Гороховый суп. На пожрать. И мой обед. Один выходной. Сегодня ничего не быстро, все быстро делаю. И отдыхаю. Поэтому, ну, яиц нету, но фарш есть. Все у меня, все не так, все не эдак. Но что хочу, все в плане. Вкусненько. Даже вот думаю, блин, ну вот косточки, косточки, даже жалко, жалко, жалко. Пропадут. Я его весь вскипятила. Ну и весь, там все уже больше нет. Варила тазик вермишеля. Тоже вот надо все доедать. Думаю, попробовать запеканку, что вермишелевую с фаршем сделать. Перемешать. Фарш обжарить, все перемешать. Ну, наверное, залить молочком, чтобы она не была суховатая. Посыпать сыром. Сейчас я, наверное, так и сделаю. И в духовку. Потому что яиц нету. Лук я не разрезала. Потому что у меня сегодня все быстрые рецепты. Как у вас, мои дорогие, дела? Погода испортилась. Я вчера пришла. Вернее, шла с работы. А я пошла в куртке, без капюшона, без всего. А дождик. Ветер, ну не проду... Ветер какой-то сильный, но, он... но я не замерзла. Я просто намокла. Ну шла прям быстро-быстро. Я за вчерашний день, что-то утром никак не соберусь. Погода меняется, ну, все ясно. Никак не соберусь, никак не разберусь. Да и то, ну, не хочется, конечно, работа. Ну, считай, суббота. У меня что-то настроение на видео не было. Ну. Сегодня. И пришла, замерзла, и, в общем, я рано спать легла. Настроение есть. Поэтому я с вами.
И давно я не жрала Чиполлино. Балдина. А косточки. Хочу это мясо. Вот косточки. Ну вкусно же. Но я сегодня тоже буду, ну так, все быстренько. Я буду отдыхать. Сгрызу без вас. А то вдруг что, мало ли. Все. Всех обняла, пока-пока, ваша Наталья.